машина едет. Машинка. Да, фонтанчик, да. Да. Давай, кушай. Ваня, Ванечка, кушай. Ваня, Ванечка, давай. За маму. Ваня, Ваня, ты будешь кушать? Шоу продолжается. Ку-ку. Аня, что мы будем делать, когда в город вернемся? В комнате брызгалку поставим. Может, есть другой способ накормить ребенка, а? Он просто не любит завтракать. Подай. Оружием. Да нет, я не про этот телевизор, вообще не показывает. А ты что от него хочешь? Вечной жизни? Ладно, поехали. Ну все, Настя, мы поехали. Вернемся, как всегда. Хорошо. Давай. Илья, сними, пожалуйста. Ладно. Запри. Изнутри. Милана, ну что ты заплачешь? Ну все, все, хватит. Галина Семеновна. Привет. Миланка вам не мешает? Нет, не мешает. Все же уехали. Вася. Вася. Finally, you will be mine. Finally, you will be mine. Finally, Только не ори, ясно? Тихо, тихо. Да не ори же ты, я твой брат! Она Она сама хотела брата. Вот пусть с ним и общается. Она хотела старшего. У Насти каникулы, ей же погулять хочется. Ага, вот пусть по грядкам и гуляет, может, ума наберется. Давай. Ну, если даже она взяла, что еще не точно, но даже если... Ань, ну что, я должен по головке погладить? Сегодня воровство, а завтра вооруженный налет и ограбление. Че? Ничего. Я твой сводный брат. Сечешь? Наш отец был женат на моей маме. Потом они разошлись. Мне было тогда 4 года. Папа про тебя ничего не говорил. Не говорил? О чем ему говорить-то? Мать, наверное, только твоя что-то знала. Мы потом в Норильск уехали после развода. Что-то ты не похож на папу. Да. А раньше был похож. Меня даже маленьким Сан Санычем звали. Он Саша, я Саша. Сан Саныч. Понимаешь? Че ж я идиотка? Ежу понятно. А мне, может, многое из того, что ежу понятно, непонятно. Они когда вернутся-то? Часов в 7. Дела-то у бати не больно идут. Почему не больно-то? Хата бедная. Ремонт-то давно делали? Хорошо дела у папы идут. Он на ферме работает. Директором по производству. Кто это у вас колется? Нет, это просто Ваня болеет. А это чья комната? Здесь Ваня спит. И деньги у нас есть. Знаешь, сколько папа зарабатывает? Сколько? Много. На Новый год всей семьей в Турцию ездили. А дома не переделаем, потому что нам нравится. Точно. Это моя комната. Я в ней жил. Помню. Помню, блин. Здесь еще стены такие были беленые, желтенькие. И я на них рисовал. А у тебя есть с собой какие-нибудь документы там или фотографии? Не веришь? Что ты делаешь? Сейчас, подожди. По-моему, где-то здесь. Вот. Настя, только мне надо с отцом серьезно поговорить. Я ж не знаю, как он отнесется. Столько лет уже. Только ты никому не рассказывай, что я здесь, пока я не поговорил. рассказывать? Да никому. А то брякнешь какой-нибудь соседке или подружке. А вдруг отец не захочет никому рассказывать, сечешь? Я же понятно. Только ты до приезда отца никуда не ходи, ладно? А я и так никуда не собиралась. Я под домашним арестом. Ты? Правда, что ли? Настя, что-то шел по лесу, как дурак. Ну и футболку с сучком так, от плеча до плеча. Может, дашь какую-нибудь маечку или рубаху? Папину? Ну что, остановимся на этом? У тебя штаны, как у папы. Я сейчас. Да, алло, да. Да, мы все закончили. Давай быстрее, а то уже Ваньке укол пора делать, и он уже капризничает, да? Ну, ждем тебя, приезжай. Давай, приезжай. Ага. Ну что? Что там такое? Что? Что? Коробочка. Ну, смотри, какая коробочка красивая, да? Смотри, что мы Насте купили. Ах, какая коробочка. Ай, какая. Что здесь такое нарисовано? Смотри. Красивая коробочка, да? Ну все. Настя! Настя! Настя, ты с ума сошла? Ты что тут делаешь? Я должна все эти грядки прополоть. С чего бы это? Справляюсь с трудом. Да. Фиг отдохнешь. А раньше почему не приезжал? Так а я не помнил. Мы жили в Норильске. Мама была, папа был. Какой папа? Ну, а потом отчимом оказался. Я-то думал, что он папа. Ну, о чем мне было думать-то? А потом, ну, когда мне было уже… Да я не помню, сколько было. Тогда еще отец с дядей Колей выпивали, но я ему все рассказывал. Вот тогда я и узнал. Что узнал? Я же тебе говорил, что моя мама и наш отец, они были женаты и жили здесь, в Звенигороде. Потом мама узнала, что он изменяет, ну и развелась. Поехала домой, в Норильск, меня с собой забрала. И что? Они с папой с тех пор… Нет, никаких. Это надо мать знать. Она даже о нем не вспоминала. Ты знаешь, когда я понял, что он мой отчим, у меня как-то все сразу на места встало. А потом я нашел какие-то документы, и там написано, что моя мать, Ирина Павловна Кружина, проживает в Звенигороде по адресу… Настя! Настя! Настя, ты кто это? Настя, стой! Да, стой! Стой! Настя! Настя! Пойду посмотрю. Да ладно, Вась, пойдем. Пойдем. Твои друзья? Предатели. Он мне не поверил. Говорит, ты врешь мне, ты уграла. По лицу меня. Че, кто? Этот малек? Папа. Васька сам ее подарил. Потом родители, Васькины родители позвонили. Реликвия! А по моей комнате перерыл, нашел ее. Я говорю, Васька сам мне ее подарил. Васька молчит. Все думают, я украла. Папа сказал, что я под домашним арестом. Справляться трудом. Он мне не верит, что Васька сам мне подарил. Да шкура твоя, Васька. И сык он. А девчонка кто? Наташка. Наташка страшная. И на игуану похожа. Да кого? Почему ты не кухану? Саш, я игру купила Насте. Подари, а? Ничего я ей дарить не собираюсь. Ну, Саш, ну она еще ребенок, маленькая. Ей тепло твое нужно. Внимание. Неужели ты правда думаешь, что она могла взять? Могла, не могла. Какая разница? Ань, ты что, не знаешь эту семью? Что я мог им сказать? Я и вправду думала, что ты поверил, что она взяла. А ты… Ну, даже если… Так, все, разговор закончен. Саш, а где мой телефон? Ты отключил? Мама звонила. Перезвонить? А может, папе позвонить? Позвони. А если он скажет, нет у меня никакого сына? Ты думаешь, он может вот так взять и отказаться от родного сына? Разве он такой? Я уже не знаю, какой. А ты почти не изменился. Странно так. Станция Подлипки, улица Вишневая. Что? Я говорю, станция Подлипки, улица Вишневая. Мы с мамой сюда часто на электричке ездили. Она меня заставила заучить. Если потеряюсь, а когда я узнал ваш адрес в Звенигороде, решил съездить. Но там школа, институт, потом… Ну, в общем, я переехал и стал жить под Звенигородом. Саш, дай вазу. А почему ты сразу не приехал? Не мог. Да и обстоятельства у меня сложились так. Нельзя здесь. А давай лучше с улицы. Ну, как будто я только что пришел. А? В баню! Что случилось, а? Я тебе звоню. Телефон недоступен. У тебя ничего не случилось? Разлетелся. А-а-а. На, дом неси. Слушай, мы столько с папой вкусного накупили. Сейчас дядя Миша с тетей Леной приедут, шашлыки будем делать. Посидишь с нами? Да? А с Ваней кто будет? А Ваньку мы спать положим, да? Спать положим. Где мои шорты зеленые? Я не знаю. Посмотри, может, в бане оставил. Папа, тебе помочь? Да. штаны свои ищу. Шорты зеленые не видела? Не, не видела. Настя. Настя, ты там прополола сегодня много. Молодец. Еще я хотел сказать. Я вчера погорячился, наверное. Ну, может, ты и не брала. Папочка, я не брала. Настя, давай забудем про этот случай и все. Он сам мне ее подарил. Настя, я же не хочу тебе сделать как хуже, а? Я если что-то делаю, то лучше для нас всех, да? Хорошо? Все. Все. На улицу сегодня ходила? Не дружи ты с Васей. Не нужен он тебе. Есть же Лариса, Вера есть. Есть с кем дружить, да? Братик у тебя есть. Братик? Какой? Ну, какой? Вань, какой еще? Я вот хотела сказать. Если бы вдруг приехал твой взрослый сын… Какой взрослый сын? Ну, твой сын от первого брака. Ты что несешь? Какого первого брака? Ну вот, если ты раньше был женат на его маме, и он бы приехал… Какой первый брак? Нет у меня никакого взрослого сына. Ну все, хватит. Давай иди отсюда. Хватит выдумывать. Иди в дом. Матери помогай, взрослый сын. Ну, а Мишка как отреагировал? Слушай, мы хотим ребенка. Да, здорово. Но думаю, это сейчас такой энтузиазм, пока до сосок пеленок не дойдет. А там максимум, на что можно от папочки рассчитывать, показать мелкому козу. О! Настя, отнеси папе и дяде Мише, пусть закусывают. Угу. Давай. За тебя. Поздравляю. Строительная паразита. Я говорю, что вы бесы выгоняете? Вам раствор завезли. Мама сказала, что мы закусывали. Я говорю, пап, можно пожарить? Настя, ты не видишь, взрослые разговаривают, а? Пожалуйста, можно я пожарю? Настя, не трогай, сейчас все уронишь. Ну, пожалуйста. Ай. Настя, ну… Настя, ну я же сказал. Ну что ты… Настя, не умеешь себя вести, иди в дом. Саша, ну что ты так, ребенок? Ну посмотри, все изваляло. Я сейчас. Настя, ну не сердись, слышишь? Папа немножко выпил, Настя. Мам, а ты знаешь, что раньше папа был женат? Что? До нас у него была другая жена и сын. Нет, папа не был женат. Это ты так думаешь. Здесь раньше жил мальчик, сын нашего папы. Его тоже звали Саша. С чего ты взяла? Вот, видишь? Саша! Это он себя нарисовал. А папа подписал. Сан Саныч. Ты что, а? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что, с ума сошла? Правильно папа сказал. Совсем неуправляемая стала. Все обои ободрала. Обои? Обои! я тебе бутерброды принесла. Все, валить мне надо. Как валить? А с папой поговорить? Тут поговоришь. Ну, завтра поговори. Знаешь, мне кажется, я им не родная дочь. С чего это взяла? Чувствую. Вот я когда жил в Норильске. С папой, с мамой. Ты же не догадывался, что папа тебе не родной. Но все равно что-то чувствовал. Не знаю. Сейчас трудно вспомнить. Вроде бы принято что-то чувствовать. Дети к родителям, родители к детям. Как в книжках написано. А если не чувствуешь? Нет, ну маме я, может быть, родная, а папа, он как будто бы помнит, что я ему чужая. А что я не делаю? Так, может, тебе у мамы спросить? А, хотя мама наверняка не скажет. Настя, ну ты не переживай. Сейчас вообще кризис института семьи. Сейчас никто никому не нужен. Ты поговори завтра с папой. Настя, я слышала, ты не спишь. Ты там не задохнешься? Знаешь, раньше в этом доме жила другая семья. А мы с твоим папой купили его, когда тебе еще годика не было. Другая семья? Угу. И здесь жил маленький мальчик, который очень любил рисовать. Понимаешь? Мам, ну а я-то ваша дочка? Что? В каком смысле? В смысле родная? Смотри, что тебе папа купил. Вау! Он сказал, Настя так мечтала. Только он просил не говорить, что это он купил. Ты же знаешь папу, он только с виду строгий, а сам очень переживает, что накричал на тебя вчера. Только давай не говорить ему об этом. М? Пусть это будет наш секрет. Угу. Давай. Все. Давай. Завтра. Завтра, а теперь все. Все, дети. Уже час завтрака идти. Настя, дай бутылочку. Пойдем еще. Давай. Все, не скучай. Хорошо. Ну все, Настя, пока. Пока. Не уходи всегда. Вот так. Вот. Давай. Опаньки. Саш, не бойся, это я. Ой, Настя. Слушай, там шашлычка не осталось, а? Жрать охота. Настя, что? Случилось что, с отцом, что ли? Но если так, я говорю, все правда. Мы жили здесь, в Звенигороде. Потом, когда мать от отца ушла, мы переехали в Норильск. Я ничего не помнил. Только когда узнал, что мой отчим не мой родной отец, вот тогда вспомнил. Я узнал у матери адрес и приехал сюда, в Звенигород. А мне говорят, на даче. Да слышала я все. Автомат. Настя, я не знаю, ты прям как… Ты мне врал. Ты сказал, что переехал в Звенигород. Ну, правильно. Я здесь, в Звенигороде, служу. Ты сказал, что учишься в институте. Ну да, я учился, только не в институте, а в художественном училище. А там как раз был призыв, я не отвертелся. Но меня как раз и в часть под Звенигород отправили. А как ты здесь оказался с автоматом, а? Я тебе все расскажу. Но меня, может быть, ищут. Может, в розыск объявили. Ты, кстати, ничего не слышала? Откуда? Я ж тут с тобой сижу, под домашним арестом. И новости не смотрю. Настя, если хочешь пойти в милицию, или там папе позвонить, я тебя удерживать не буду. Настя, помоги мне. Ты все-таки сестра мне. Надо дрова сложить. Исправление трудом. А ты про меня ничего нового не узнала? Нет. Убить хотел. Это я образно сказал. Ну, просто достал он меня очень. Все нервы мне этот еж вымотал. Еж? Ну, кличка такая, еж, ежик. Нас позавчера в караул поставили. Ну и… ну, подрались. Этот урод, он бы убил бы меня. Ну, а что мне оставалось делать-то? Ну, я и выстрелил. А потом дёру. А куда? Домой нельзя. У меня в голове только одно. Станция Подлипки, улица Вишневая. Станция Подлипки, улица Вишневая. А заранее я ничего не планировал. Просто хотел с отцом увидеться. Зачем? Да хрен его знает зачем. Не знаю. А когда еще? Может, еще долго не увидимся. Ай, вот я попал, а. Может, поможет мне чем-то, не знаю, юристом, может, деньги даст. Но я ведь… может, его убил. Я же не знаю. Но если я его убил, все, мне конец. Настя, ты чё? Нет, я тоже рад, что тебя нашел. Ты, наверное, хотела, чтобы у тебя был старший брат? Да. Что-то как-то грустно. Угу. Может, мне не стоит его дождаться? Глупо будет, если не поговоришь. Вообще, ты знаешь, когда он сказал, что нет никакого взрослого сына, обидно все-таки, когда тебя так ошвыривают. Угу. Мне так же. Он меня тоже все время отшвыривает, как Ванечка появился. Я вроде как чужая ему. То есть, понимаешь, я все время плохая-преплохая. Что не сделаю, все плохо. А Ваня у нас хороший. Да нет, он не хороший и не плохой. Он просто маленький. Ничего не делает, поэтому и не ошибается. Здравствуй. Родители дома? Здрасте. Нету никого. Ты одна? Ну, давай я зайду, посмотрю. Как что? Нет, не войдете. Мне баба запрещает чужих в дом пускать. Чужих – это правильно. Вот я как раз и хочу посмотреть, чтоб чужих не было. Никого чужих в доме нет. Ах ты, Господи. Совсем народ оборзел. Участкового не пускают. Ну, хочешь, я тебе документы покажу? Может, лучше ордер на обыск? На обыск? Да какой обыск, глупая? Я для твоей же безопасности. Здесь солдат бродит, беглый, с оружием. Ты по телевизору видела? Что-то видела. Это какой солдат? Который убил кого-то? Кого убил? Никого он не убивал. Ты чё каркаешь-то? Я с профилактической целью хожу. Пустые дачи проверяю. Да нет, не дачника. Другого солдата убил. Стрелял? Да. Но не убил. Ранил. Да пустишь ты меня, в конце концов, или нет? Мне, папа, не разрешает чужих в дом пускать. Ладно, я понял. Ты боец. Это тебя всяким разным беглым бояться надо. Настя, кто там? Участковый. И что он? Что? Ищет тебя, вот что. Так а что он говорил-то? Что, просто ищут, что ли, и все? Конечно, ищут. Все-таки побег, убийство. Убийство? Все-таки я ж помер. Поедем, да? Остёна, ну где ты там? Поехали. Держи. Поехали купаться. Беги вперед. Только недолго. Я разогревать не стану. Мы поедем купаться. Рыбок будем смотреть. Пап, налей воды. Настя, я только лег. Ну, пап. Ванька, чего пить хочешь? Ему сладкий попить, скорее пить хочет, да. Пап, можно я искупаюсь? Холодно, Настя. Ну, пожалуйста. Давай только чуть-чуть совсем. Извините. Здрасте. Здравствуй. А я могу с вами поговорить? А ты кто? Я тебя знаю. Я Сан Саныч. Очень приятно. Ну, о чем ты хочешь поговорить? Ну, давайте отойдем. Просто разговор очень важный. Ну, давай отойдем. Настя, за Ваней посмотри. Тише, Ванечка. Вань, ну ты чего? А имя Ирины Павловны Кружиной вам ничего не говорит? Тебе не говорит ничего? Что, нет человека, нет проблемы, да? Ну, пошел отсюда быстро. Быстро, я сказал. Настя, собирайся, домой идем. Настя, этот парень с улицы, ты с ним говорила? Ну, вчера про взрослого сына. Это он тебе рассказал? Он остановил меня на улице, но я почти сразу ушла. Бред какой-то, бред какой-то. Настя, ты понимаешь, что все это ерунда? Понимаешь? Я знаю. Настя, если ты еще раз его увидишь, сразу мне. Настя, ты понимаешь, сразу мне. Ну, какой-нибудь псих ненормальный, точно. Нет, он просто ошибается. Настя, это что такое? Что это такое? Где ты это взяла? Опять кто-нибудь сам подарил? Что такое? Что такое? спишь, это я. Ты чего не спишь? Я знала, что ты вернешься. За ним. Так, а можешь сделать мне 2 бутерброда и немного денег, если есть? Только очень быстро. Ты уже уходишь? А чего ждать-то, сестренка? Папаша-то вон какой оказался. Теперь я маму понимаю. Он поступил ужасно, ужасно. Отказаться от собственного ребенка. Да уж. Я думал, он обнимать меня кинется. Сынок, сколько лет, сколько зим. Он так поступил и с тобой, и с своей мамой. Он предатель, он всех предает. Он только Ванечку любит. В сущности, гнилой мужик. Ты не можешь так уйти, ты имеешь право. На что? На помощь отца. Ты у него никогда ничего не просил. Настя, на какую помощь отца? Он со мной разговаривать не захотел. Потребуй у него денег. Тебя ищут за убийство. А с деньгами ты сможешь уехать далеко. Ты купишь новый паспорт, поступишь в новый институт, купишь новую квартиру. Ты знаешь, сколько на это денег надо? Потребуй много. 50, нет, 100 тысяч. О, 100 тысяч? Долларов. Да ты что, шизела, что ли? Откуда у него такие деньги? Он с карточки снимет. Да откуда он чего снимет? Слушай, зачем ему вообще мне что-то давать? Он меня знать не хочет. Он никого знать не хочет. У него только один любимчик. Хорошо. Предлагай. Ты откуда? Проснулась в туалет. А ты? Ванечке плохо стало. Непонятно почему. Не переживай, дочку, уже лучше. Беги, беги спать. Она же спит. Что, плохо? Да нет. Ничего. Просто страшно. Если бы знали, а он в обмороке. У детей все очень быстро. Жалко тебе его. Не тебя жалко. Так, давай. Ну? Как мой сынищ сегодня? Здоров? Ну, кушайте, кушайте. Ваня. Ваня. Вань, готова? Да, сейчас. Да, быстрее, мы опаздываем. Аня. Ну, я иду. Так, все, давай, еще на заправку заехать нужно. Все, пошли. Все. Эй, парень! Настя! Эй, парень, ты что? Так, мужик, а теперь внимательно. Если хочешь вернуть пацана назад, готовь к вечеру 100 штук, ты понял? 100 штук! Я позвоню вечером, скажу, где и как. И ментам не звоню, до пацана грохну. У меня в ментуре своя рука, понял? Да ты что, парень? Стой, где стоишь, сука! Саша! Аня! Аня, в дом идите! Я тебе сейчас... Папа, не надо! Я сказал, домой! Ну что же ты, а? Саша, 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 стой! Инсулин, инсулин, А6 можешь? Да сегодня, сейчас надо. А, извини. Извини. Я не ору. Спасибо. Спасибо, хорошо. 100 тысяч к вечеру. Я что, миллионер, что ли? Он позвонит до 2 часов. Позвонит. Кто позвонит? Похититель. Занято, блин. Где они найдут инсулин? Его предупредить надо. Кого? Кого предупредить? Этого парня. Ваню по часам колоть надо, они это знают. Ань, как предупредить? Как предупредить? Ты что, его телефон знаешь? Я знаю. Не бойся, братишка. Это просто игра такая. Сейчас мы немного покатаемся, а потом родители тебя заберут. Эй. Покатались? Вань. Ваня, ты чё? Что? Я знаю. Он же мой телефон схватил. Прибежал с улицы, схватил Ваню. А рядом на столе мой телефон лежал. Правильно, он с него позвонит, чтобы его номер не определился. Ну. Ну. Отключен. Вань! Вань! Ваня! Ванечка, ну, что с тобой? Эй, Вань, что с тобой? Очнись! Вань! Ваня! Вань! Черт! Все. Кому можно было позвонить, позвонил. Сейчас Миш приедет, в город поедем. Какой город, Саш? Третий час уже. Понимаешь, третий час. Два колоть надо было. Аня, мы делаем все, что можем. Ведь не факт же, не факт, что будет приступ. Мы не знаем. Там столько факторов. Каких факторов? Я просто говорю, что не надо паниковать. Может, они знают, что у него диабет. Откуда? Откуда? Ну, я не знаю, не знаю. Может, они следили за нами, наблюдали. Здесь 12. По дороге заедем в банк. Спасибо, Аристарх Иванович. Да. Через полчаса заедем. Угу. Менты что говорят? Мы не звонили. Он сказал не звонить. Кто? Тот парень. Ты уверен? Да не уверен я, не уверен. Если позвоним, то все, конец. Ну, я не знаю. Я не знаю, ты видел его? Это ж парень вообще, пацан. Может, он вообще один был? Нельзя рисковать, нельзя. Ой. Нельзя. Настя, выключи! Саша не женщина. Но ты-то можешь оценить ситуацию, оценить реальную обстановку. Да, Миш, надо звонить. Алло, милиция! Нет, я бы хотел заявить. Нет! Что, Настя? Настя, ты что? Настя, ты с ума сошла? Прекрати сейчас. Что ты делаешь? Аня, ну она с ума сошла. Посмотри, что с ней. Аня, возьми ребенка. Настя, успокойся. Нет. Выпустите меня. нравится? Приезжайте скорее, пацан совсем плохой. Ага, ждем. Мужики, так будьте вы людьми, а? Да не нервничайте. Сейчас уже скоро приедет. Да когда она приедет-то? Да что, перед вами на колени встать, что ли? Да отвезите вы нас, и все. Да пойми ты, мы не можем сейчас с поста никуда уехать. Да вы что, не люди, что ли, а? Димыч, может, давай все-таки до больницы? Совесть же потом замучай. На него пошу, как проклятый. Еще раз списку просит. Какие-то 5 штук. Ну, уже легче. Чё ты, тебя, брат, совсем маленький? Какая разница в возрасте? По 17. Опа. А чё опа? Вот у моего бати 9 братьев. И у дядь Вить с дядь Петей 25 лет разница. Ну, это раньше так было. Это мой сводный брат. По отцу. 15. Да, 15 слушает. Ты принял. Чё там? Потом. Чё? Ничего. Чё ты такой нервный-то? Спасибо! Послушал тебя, идиот. 73. Я не знаю, где еще брать. Может быть, хватит? Стой, они, может, что-то фонаре сказали. Сколько время? Неважно, они не позвонят. Почему не позвонят? У Вани начался приступ, они не знают, что делать, они бросят его. Что ты говоришь, Ань? Кто его бросит? Никто его не бросит. Утешаешь себя, да? Я не утешаю себя. Я просто думаю, что рано отчаиваться. Рано. То есть ты точно знаешь, когда рано отчаиваться, когда поздно. Ты точно знаешь, когда нам надо отчаиваться. Ты знаешь, как жить нам. Мне, детям. Аня, прекрати. Сколько раз я тебя просила. Будь поласковее с детьми. Им нужно твое внимание. А это тут при чем сейчас? А ты меня никогда не слушал. Я все подстраиваюсь. А становится все хуже. Аня. Все хуже. Аня. Все хуже. Мне надоело лгать. Аня. Детям, какой ты любящий отец. Мне надоело уговаривать. Себя, что все хорошо, не трогай! Пойди! Пусти! Аня, перестань! Пусти! Аня, перестань! Пусти, я тебя прошу! Пусти! Анюта! Перестань, Аня! Анечка, перестань! Я прошу тебя, Аня! Пусти! Ваня найдется, Аня! Он найдется обязательно, и все будет хорошо опять! Алло! Алло! В больницу. Миш, спасибо тебе. Не знаю, что бы я без тебя делал. Нет, все нормально. Ленка твердит: давай ребенка, давай ребенка. Я говорю: почему бы и нет? Сейчас думаю, ну их в баню. Никаких нервов не хватит. Ты чего? Выключи. Ты куда? Настя! 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 Настя, прости, я забыл про тебя! Настя, ну ты хоть крикнула! Настя! Ты даже не спросишь, что с Ваней? Вернее, он сказал: Ваня в больнице, папа. Прости, я не хотел. Что-то такое. Ничего, ничего. Главное, Ванька жив. А приступ? Приступ – это ерунда. Мы его вылечим. Обязательно вылечим. Этого недоноска я хорошо запомнил. Я его своими руками. Козел. Что? Настя, что за… Хотя… Сволочь, сволочь, что я не отец. Настя, что ты говоришь? Зачем заводить детей, если они тебе не нужны? Настя, ты что? Ты что, с ума сошла? Я ж тебе говорил, он мне не сын. Предатель. Ты думаешь, можешь так и толкнуть, грязью при всех облить, а тебя все равно будут любить? Ну, я бы мог сомневаться, если бы речь шла о каком-то старом романе. Ну, Настя, ты что? Ты думаешь, я ничего не понимаю? Зачем мне скрывать? Ну, был женат, ты был. Ну, то есть я не был. Ты предатель, трус! Я не был женат на его матери. Он мне не сын. Да при чем здесь он? Ты от меня отказался. Ты меня предал. Я воровка, у тебя обманщица. Тебя мне не жалко. У тебя теперь Ваня есть. А я… Настя, Настя, ты что говоришь? Да лучше бы он его в лесу бросил. Я специально про диабет не сказала. Специально! Папа, папочка, не надо. Я просто хотела, чтобы было все как раньше, до Ванечки. Папа, я так люблю тебя. Папа, папочка, не надо. Дрянь. папочка. Доченька, доченька моя, прости меня, дочь. Что же мы делаем, дочка? Ты же меня красавица моя. Доча, прости меня. Папочка, прости меня, пожалуйста, прости. Папочка, я больше никогда не буду. Разве эта работа? Нам не одному нужна, Настя. Это же для всех, для нас. Папочка, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень-очень люблю. И маму, папочка, прости, пожалуйста. Все, все, все. Все, девочка моя, все, все закончилось. Все, все. И Ваню. Теперь мы будем жить дружно-дружно. Хорошо, хорошо. И Сашу. Морин? Ты откуда? Да я родственников навещал. У меня что-то отец и сестра. Где? Да тут недалеко. Станция Подлипки, улица Вишневая. Вы что, вы играете? Поехали.